О, видел? Смело можешь шашлык жарить. Антипригарково родной на. Ничего себе. Капец, вертяк с этим Волан-де-Мортом драться, братом. Отморозок, да ёбаный. Эй, Рон. А так, сестренка, ничего такая у тебя? Э! Э, смотри, что у меня. Кандас, танцпал, пара. Че за? Че, пацаны, что стоите здесь? Запарили, нас там ждут, поехали уже? Поехали. Поехали. Неудобно там, блин. Давай на твои, поехали, давай. На мои 3,5 объем, все, бензин закончится через дорогу. И вот нытик, ё-моё. И на твои поехали, ладно, что у тебя, Тесла же не жрет же. Э, у меня там 17% всего лишь осталось. Мама ругается, когда я там дома заряжаю. Тьфу, ё-моё, вот вы. Ладно, на мои поехали, че вы. Вот на твои сразу сказал бы, что? Да, да. И она у тебя это, электрическая, да? Да, электрическая на тонкой зарядке. Сколько жрет у тебя? Вообще не жрет, братан. Поехали, давай. Поехали. Казахский движение печенье. Короче, пацаны, тендерами хочу заняться. Сейчас машину куплю, поднимусь, хату куплю, нормально все будет. Не красавчики, блин, не говори, что, когда приступаешь? Да сейчас подожди, надо узнать, что да как там. Бас на Кыргызовом говорят, там тендера, шмендера, понять надо. Э, пацаны, можете меня поздравить, я жениться собираюсь. Эй, наконец-то! Да. Э, той хашан! И да подожди, сперва надо девушку найти. Можете меня поздравить? Брат скоро меня начальником отдела сделает банка. Э, молодец, да? А шам басайсен? Да подождите, пусть брат сам сначала устроится, потом куримся. Пацаны, короче, я ж права получил, можете поздравить. Э, базара нет. Блин, красавчик, машину когда покупаешь? Да сейчас подожди, блин, сперва научиться надо ездить, а потом куримся. Э, Байболов! Не пинай волейбольный мяч, тебе говорю. Я футбольный берем зло, адам кусок. Так, кто форму не принес, все, директору пойдем, все. Блин, ага. Блин, ага, брошу. Айболова, завтра комиссия приезжает. Пусть все формы принесут, хорошо? Все, все. Точно так. Барок, иди. Эй, Чаймардан, вот так девочки вот так подтягиваются, понимаешь? Полный обхват, блай, полной рукой вот так обхват делаешь и тартласим, блай, кыздар тартлат. Да, Казбеков, шахмат будешь играть? Блять, трудовик пойдешь, ну. Э, а болтусы, кто Айгуль Апай обижает, а? Че, выросли? Выросли, что ли? Э, женщин надо уважать, учительница же, ё-моё. Придите отсюда, еще раз услышу, бля, уши оторваны. Кайда горжусь, маха. Салам, блин, че вчера ничего? Да, че, плохо стало. Ладно, пойду, у меня урок про... Умаров, ты теперь один сидишь на первой партии. Сегодня пишем самый важный экзамен в вашей жизни, который мы готовились вчера один день. Достаем двойные листочки. Так, сегодня военкомат. Умаров, ты один пойдешь. Вчера все сходили. Жиха, Жиха, я старшики искали, похоже, я хана. Жан, что происходит? Меня один день не было в школе. Блин, прости, я теперь с Тимой встречаюсь. Еще не убитый. Извините, меня вчера не было. Ну что, кабинет поменяли? О, родной, ты сейчас так офигеешь. Да, Макия, дожились. Сейчас во всем мире кризис. Как и никогда, мы должны сейчас помогать людям. Люди нуждаются в нас. Разыки, правильно говоришь. Вот я недавно одну семье помог. Не хотел говорить, но тебе скажу. Семья бедная, 13 детей, есть нечего. Что я сделал? 100 тысяч долларов дал Тимати, чтобы он приехал и спел. Прилетел, спел, все. Семья довольна зато. Вот так я помогаю. Молодец, Маке. Я тоже помог, честно, не хотел говорить. Вчера обратилась семья нуждающаяся. Поехал, посмотрел, представляешь, всего лишь двухэтажный особняк. Крузак 14-го года ездит. Вот бедненький, понимаешь, я ему помог. Я сказал, ты сможешь, иди, работай. Я ему помог морально. Молодец, морально тоже надо помогать. Поддержал его, ты сможешь, помог ему. Тяжелое время, тяжелое. Ержан, ау? Я не поняла, в номере в сейфе деньги лежали. Где они? А, там просто со стороны приехали знакомые, попросили 200 баксов, я занял.
Потом с Актау увидели знакомые, попросили менеджера, говорит, мне 200 баксов не хватило, я тоже занял. И это с Чемпиента знакомый пацанчик занял 300 баксов. Нифига себе, а я что буду тратить здесь, если денег нет наличных? Ну, они сказали, в Казахстане отдадим тебе. Не отдадут они тебе в Казахстане ничего. Что ну, занимаешь, ходишь всем подряд? Данка, просто мне казахтар говорит, а я маме, да, берем билет, да, берем билет. Казах уж, елишь мне. А что, а я маме. Миржан, подожди. Да. Смотри, это все хорошо, конечно, молодец, ты патриот, да? Но ты почему мои деньги даешь? Твой кошелек же лежит же, вот оттуда и давай деньги. Да, мне свой жалко давать, ты что? Я трудом и потом зарабатываю. Куще, что ты жадничаешь? Трудом, а я что, тебе не трудом и потом, что ли? Здравствуйте. Можно мне один штук презерватива? О, вы, наверное, имели в виду пачку. Вот у нас есть пачка, пожалуйста. Не, вы, наверное, неправильно поняли. Мне не нужно 3 штучки, мне нужна 1 штучка вот. Брат, смотри, вот в пачке 3 штучки. Угу. И вот тоже пачка, тоже 3 штучки. Но не бывает 1 штучки. Ну вот бывают же жвачки поштучно, там сигареты поштучно продают. Вот так же мне презерватив вот так возьмите из 3 штучек. Оторвите и 1 штучку продайте мне. 1 штучку? А тебе это зачем? Я это, завязываю же. Салам алейкум. О, салам алейкум. Нормально. Нормально. А что ты машину нормально поставил? Да вот, нету места. Вон место сзади чуть, отойди, назад дай и все. Да нет, сейчас займут это, пока я выйду. Да пойди поставь, нормально, свободно стоишь. Да сейчас, как обычно, знаешь, останешь, сразу займет кто-нибудь. Да не займет никто, иди, говорю, поставь, говорю, нормально, говорю. Думаешь, да? Да, там вот потока нет как раз. Блин, сейчас выйду, кто-то встанет же на это место. Да нет, не займет его, иди пока. Ты пока стоишь, думаешь, 3 раза могут поставить. Да нет, сейчас займут, я вот сейчас займу. Да нету пока никого, говорю, вот. Иди, говорю. Блин, сейчас займут. Да не займут, блин, поставь, говорю, свободно, стоишь же место ее. Да не займут, братан. Ты до сих пор здесь, что ли, елки? Я говорю, иди, поставь, говорю, пока ты здесь стоишь, уже займет сейчас, блядь. Так, иди, говорю, сколько ты же стоишь, елки, пока я давно. Мы закрываемся. А, закрылся? Что, подбросите? 6 часов твою машину осуждаем, поставил давно вот. Пойдем, подвезу. Все, да. Ваша жизнь скучна и однообразна. Вам не хватает острых ощущений. Вы устали от рутины и хотите ярких эмоций? Муж алкаш. Привет! Теперь ваша жизнь никогда не будет прежней. Может, не надо? Пожалуйста, не надо. Тихо, делал я. Спокойно! К вам вернется чувство ответственности и заботы. Да я... Ты побесил? Вы научитесь разбираться в людях. Кто? Марат? Да пошел он нахуй! В вашу жизнь войдет ласка и любовь. В моей жизни никогда еще такого человека не было. Муж-алкаш. Если вы купите мужа-алкаша прямо сейчас, собутыльник идет в подарок. А, завтра на работу едем? Давай-давай я с вами, мне тоже место оставьте. Хорошо? В смысле у жены спроси? Ты что за прикол, что я у жены спрашиваю, а? Я дома хозяин. Прекращайте, пацаны, учили мою. Все, на сколько дней? На день едем, да? На 7 дней? Все, давай сейчас. Все, я не буду спрашивать, все, готовьте, завтра выезжай с тобой, все. Ждите меня. А, сердце. Я дома хозяин, сейчас. Все, соберись, мужик ты или нет. Просто в лицо говори прямую. Я иду на охоту, а ты, жена, ничего мне не сделаешь, поняла? Если даже поорет, успокоится. Кто в доме хозяин, я или ты, я царь? Все, поехали, 1, 2, 3. Да я и не хотел никуда ехать, поняла?